Всем привет! Сегодня у нас тема пойдет про складчину прошивок под названием нашей марки. Это ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. Все чаще на форуме стали возникать темы. Да и так мне там в WhatsApp в личку пишут, там, поделись прошивкой на тазик, январь, Bosch там и так далее. Вот. Поэтому я уже чувствую, что пора запускать складчину. Я ее запускал уже года два назад, но так как у нас сайт еще переехал, ее сейчас в продаже нет. Поэтому запускаю заново. Так, что это за складчина такая? Сейчас. То есть у нас все тут рассортировано по папочкам. ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. Рассортировано по блокам. Январь 7.2, 7.2 плюс, 5.1, М86, М74 и так далее. Вот. Все в блоках разложено по авторам. Там Ледокол, Мотормастер, Паулюс, Башкиров, Армеев и так далее. Вот. EMS 3120, это уже новое. Вот. Так как этот блок читается и пишется по-разному загрузчиками, здесь специально сделана еще папочка под кес, потому что размер прошивок разный. Вот. Но я уже показывал, как этот размер подогнать, так что, в принципе, ничего страшного, просто для удобства. То есть вот это для загрузчика комбилодер, мотормастер. А вот это для загрузчика КЕС V2. 3125. Тут, в принципе, размер одинаковый у всех загрузчиков. Ну, в принципе, не о размере даже речь. То есть, просто максимально удобно собрано по названию блока, по, соответственно, по авторам, по софтам. Вот, пожалуйста. Рассортировано все, то есть очень удобно искать прошивку. Вот есть описание, обозначение вот этих всех, описание, обозначение и так далее, что за прошивка. Там драйв, не драйв, там, как вы знаете, бывает. Stage 1, Stage 2, там, вот это все. Евро 0, Евро 2 и так далее. Все подписано. Вот, есть информации, описание, предписание, то есть вот на форуме я говорил сейчас, что если вы ищете прошивку, например, i205DM53, то производитель рекомендует вместо нее ставить обновленную прошивку i205DO54. Вот эта информация, она вся есть в этих папках. То есть что, на что там заменяется и так далее. Вот эти все документы тоже, информация предоставлена. Вот, опять же, все везде разложено, по номерам. Пожалуйста, берите, пользуйтесь. Есть прошивки с отключенным иммобилайзером. Вот, Евро 0, Евро 2, Евро 3, Евро 4. Тюны, стоки и так далее. В общем, вот так. Так. По газам у нас не очень много. Но тоже что-то там, что-то есть. Микосы немножечко. Опять же, Евро 0, Евро 2, под газ, под бензин, сток и так далее. Все рассортировано, расписано. Ну и под УАЗики тоже. То же самое. Так, где-то не встречается этот описание, но в принципе можно... Либо там на форуме спросить, либо догадаться, да? То есть, что такое мод, что такое EGROV, ORI. Вот. Да, и кстати, так как прошивки добавляются постоянно, то есть, где-то у нас что-то нет, то есть, я бы хотел в эту базу еще докидывать эти прошивки. То есть, бывает так, что не находится прошивка с нужным идентификатором. Соответственно, что нужно сделать? Нужно ее туда добавить. Бывает прошивка там какая-то не очень хорошая. Допустим, есть несколько производителей.
там, Башкиров, Айрон, Адакт, Армеев, Ледокол, Мотормастер. И где-то может быть хуже, лучше. То есть желательно бы знать, скажем так, некий описание, то есть кто-то пробовал уже, кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Может, она совсем кривая, как бывает, да, попадается. Вот. Поэтому я попросился на сервер еще. На полгодика нас запустят туда. Сервак. То есть прошивки загрузили на сервер. Вот. Их можно просто скачать и пользоваться, а можно еще поучаствовать в их обновлениях. То есть обновления будут загружаться вот в эту папку. Админ будет их раскидывать правильно по папочкам. И плюс ко всему тут есть возможность комментировать каждый файл. Допустим, если мы возьмем ту самую прошивку, вот, которую сегодня спрашивали на форуме от Мотормастера. Это был блок от четырки, от пятнашки, не знаю. Вот. Здесь есть возможность, скажем, в чате вот этого сервера задать вопрос, во-первых, во-вторых, поставить свой комментарий, что вот эта там прошивка, она, например, хреново едет или чего-то там. Где она там? Вот, есть возможность комментировать. Вот, обсуждать это в чате. Обсудить этот файл в чате. Понимаете? Вот такой сервак, то есть мы будем, еще раз говорю, на полгода нас запустили, мы можем пользоваться, оставлять комментарии. Я это называю выхолащиванием, то есть выхолащивать эту складку, сделать ее лучше, удобнее, добавлять туда софты, отсеивать бракованные. Вот это самая главная задача этого сервера. Так что мне от вас нужно будет e-mail, ваш электронный ящик, по которому вам будет создан аккаунт на этом сервере, вас сюда пустят. В принципе, вы можете в этом не участвовать, просто как бы скачайте вот эту папочку, да. Я вам дам архив на облаке, можете скачать, пользоваться просто, не заходя ни на какие сервера, ничего там, не участвуя ни в каких обсуждениях, добавлениях, редактированиях и так далее. Вот, а можете поучаствовать, дело как бы добровольное, абсолютно. Вот, просто на этом сервере будет происходить обновление. Вот, сейчас, в данный момент, подписано UPT 2, да, то есть раз в неделю мы вот эту папочку будем раскидывать и писать Update 3, Update 4, 5, 6, 10 и так далее. То есть прошивки в складчине будут постепенно отбраковываться и добавляться новые. Ну и вопросы касательно приобретения. Стоит эта складчина 2000 рублей. В других валютах можно... Ну я посчитаю, сам напишу. Вот, то есть 23 евро, 757 гривен, 27... Ну 28 будем считать, округлим, долларов. 238 турецких лир. Если кто-то в Турции живет, хотя вряд ли. Тут на таких машин не бывает. Вот, в тенге я посчитаю, в долларах, в рублях, во всем посчитаю, напишу. Куда писать это, на почту. Тоже в описании оставлю мой почтовый ящик. Вот, и если кто-то спросит список файлов, он в принципе у меня есть. Могу скинуть на почту, но я думаю, что он вам не понадобится. Потому что файлы будут добавляться, убавляться, отбраковываться и так далее. Это я уже говорил. То есть на текущий момент у меня есть список файлов, но вряд ли он вам понадобится. Если еще какие-то вопросы есть, пишите на почту filat85mail.ru. Комментарии к этому ролику я закрою, потому что... Ну, не люблю я эти всякие комментарии, когда складчина проходит. Они отвлекают и не дают мне нормально работать и отвечать мне на почту. Вот. На этом все. Всем счастливо. Пока.